Здорово, соучастники! В этом видео почему-то очень не хотелось сделать какой-то крутой монтаж под крутую пук-пук музыку и всякое такое. Поэтому слушайте, какая история смешная с этим скином произошла. Заказчик хотел, чтобы это был прям приватный скин, из-за чего я даже не стримил процесс изготовления и мало кто знал, что такой скин вообще в природе скоро зародится. Но помимо этого заказа у меня был еще один прям серьезный проект, и как-то не до этого было. И я все откладывал и откладывал, и в один прекрасный день пишет мне этот парень, мол, деньги возвращай, мне надоело ждать, говорит. Ну и я, конечно, попросил его дать мне 3 дня, и он согласился. В первый день я не сделал практически ничего, а остальные 2 дня выглядели примерно так. Однако в некоторых интересных местах получилось лучше ожидаемого. Например, я решил побольше поиграться с нотами и в коем-то веке изменить цвет слайдеров. Результат — реально играбельный геймплей. И из-за этого я начал уговаривать заказчика разрешить мне отдать скин вам. Благодаря моему высокому уровню красноречия, он все-таки согласился, и именно по этой причине вы сейчас смотрите это видео. Ах да, забыл сказать, неважно, сколько там лайков на видео наберется, ведь этот скин уже есть в открытом доступе по ссылке из описания. Считайте это моим подарком для вас к Новому году. Ну а к самому Новому году будет интересный скин, который, скорее всего, вас обрадует. Жалко, конечно, что не все досматривают видео до конца, а ведь там заставочка со следующим скином. Ставь лайк, если будешь ждать следующий скин. Спасибо за просмотр и обязательно просмотрите пару ссылочек из описания. Всем пока!